Это наша новинка, трикотаж с люрексом. Он на довольно плотной основе. Хорошо подойдет для пошива новогодних платьев или нарядных костюмов, брюк и топов. Здесь совсем небольшой есть глиттер с лицевой стороны. В основном здесь люрексовая ниточка и металлизированная нить. Он немного тянется по ширине. А в длину он не тянется, довольно мягкий и пластичный, и не колется, изнанка довольно мягкая. Есть вот такой оттенок, также вот такое вот светлое золото. Очень красиво создает складки. Вот такое как будто розовое золото. И более темное золото.